Находимся с вами по улице Колхозной. Здесь возобновились работы по ремонту этой улицы. Подрядчик, который называется Крымдорстрой, работает здесь третий день. Также у него есть еще один участок. Они занимаются берегоукрепительными работами на прибрежном спуске. Но вот направили тяжелую технику сюда. Территориально от крепости Керчь, от КПП, работа продвинулась до здания психоневрологического диспансера. Керчане восприняли новость о ремонте этой улицы очень положительно. Однако есть сомнения, что на этой дороге, так как она очень узкая, смогут разминуться, например, два больших туристических автобуса.